А перед началом ролика хочу вам рассказать про один проект, в котором я решил принять участие. Он называется Reptile House. В нем собрались блогеры с Ютуба и с ТикТока, которые снимают про рептилий и амфибий. И я уверен, что вам понравится их контент. Поэтому ссылки на аккаунты всех участников Reptile House я оставил в описании. Всем привет! Вы смотрите Черри ТВ. И в этом ролике я проверю, что будет, если дать красноухим черепахам куриные желудки. И как всегда, они сразу же на них набросились. Но оказалось, что куриные желудки не так уж и просто съесть, потому что они довольно твердые и упругие. Поэтому красноухие черепахи, как всегда, пускают в ход мощные лапы с когтями. Тут Черри попыталась заглотить кусок целиком, но ей это не удалось, поэтому она быстро вытащила его обратно. У кусачки тоже никак не получается справиться с ним. И тут произошла вторая попытка Черри заглотить кусок целиком, но ей это снова, к сожалению, не удалось. Но тем не менее, она продолжает упорно пытаться его разорвать. Кусачка тоже возится со своим куском. И как бы упорно черепахи не старались разорвать кусок, им это с трудом удается. И тут происходит третья попытка Черри заглотить кусок. Но, к сожалению, и в этот раз все безрезультатно. Тем временем кусачка тоже не может справиться с желудком. И вот Черри снова пытается заглотить свой кусок. И о чудо, ей это удается! И она наконец-то доедает свою порцию. А вот кусачка все никак не может справиться со своим кусочком. Видно, что Черри настолько понравились куриные желудки, что она подбирает за собой даже самые мелкие крошки. После чего даже начинает отбирать порцию у кусачки. Нет, Черри, так не пойдет. Ты свое уже съела. Давай-ка лучше мы тебя отсадим, чтоб ты не мешала кусачке. В общем, я отсадил одну черепаху, чтоб кусачка могла покушать в одиночестве. На ускоренной записи видно, что она очень долго справляется со своим обедом.
В общем, дело продвигается, но продвигается оно очень медленно. И несмотря на то, что желудок не поддается, она продолжает умело орудовать своими лапами. Вдруг внезапно ей удалось разделить кусок на две части. Тут она взяла довольно маленький кусочек. Но почему-то даже с ним она не смогла справиться. Вдруг она решает попробовать заглотить большой кусок. Но ей это, конечно же, не удается. Она уже очень долго пытается съесть этот кусок, и у нее все никак не получается. Но она продолжает настойчиво пытаться это сделать. И наконец-то, спустя долгое время, ей удается проглотить этот кусок целиком. Но у нее еще осталась вторая половина. Но понадобилось не очень много времени, чтобы съесть и ее. Что ж, запускаем черри в аквариум. И на этом мы будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и переходите по ссылкам в описании на аккаунты участников проекта Reptile House. Ну а всем пока-пока!